На станции Технологический институт сегодня утром произошло чрезвычайное происшествие. Молодой человек оказался на железнодорожных путях. Очевидцы разошлись в версиях случившегося. Одни пишут, что мужчине стало плохо, другие, что он был в неадекватном состоянии. В итоге человека с путей убрали сотрудники метрополитена. С ним все в порядке. Задержка движения составила около 9 минут.